Добрый вечер. Меня зовут Владислав. Я владелец группы «Купить Nexus 5 из США». И сегодня я хочу показать вам телефон, который мне прибыл с Америки буквально за 7 дней. Я живу в Киеве, то есть это реально очень быстро. Ну вот, базовая комплектация. Обычно он приходит с США, ну то есть только зарядка и USB кабель. Коробочка вот такая вот от Nexus. То есть обычно стандартно, вы, думаю, все видели. Куча инструкций на разных языках, которые показывают, как надо заряжать, где находится NFS, микросим и так далее, как ее включать и выключать. Ну, те же инструкции. Инвойс с Google Play, с ценой телефона и серийный номер, вот такой вот. Две инструкции на английском и на, кажется, на немецком. Транспортировочная пленка, которая была на Nexus изначально, с надписью Nexus 5. Сам кейс, где лежал телефон, вот тут сам телефон. Вот, лежал вот так вот. Дальше у нас, ну, больше у нас тут ничего нету. В некоторых версиях в Европе ложится еще и гарнитура. В общем, сам телефон. Вот он. Дальше. В комплекте также идет USB кабель обычный. Черного цвета. Американская зарядка. Ну, для нее надо покупать переходник. Стоимость переходника примерно, ну, $1. Можно даже дешевле купить, я думаю. Вот так вот подсоединяется. Без проблем, то есть. Заряжает достаточно быстро. Потом скрепочка для доставания слота для микросим. Вставляется она сюда вот в дырочку. Нажимается легко и достается сама вот ячеечка с моей симочкой. Потом также легко вставляется. Телефон после вставления сим предлагает перезагружаться. Вот мы это и сделаем. Пока расскажу о нем. Камера тут 8 мегапикселей с линзовой стабилизацией. С оптической, точнее. Обычная LED-вспышка. Корпус, скажем так, очень марки. Ну, естественно, он хорошо вытирается. Очень легкий телефон. По сравнению с моим 5,3-дюймовым ноунеймом китайским, конечно, Nexus смотрится достаточно маленьким. Ну, тут, конечно, батарея 3000 мАч, потому он так достаточно солидно весит. Вот он перезагрузился, я сразу перешел на новый вид пакетирования, или как-то так, в общем. Называется он RAV, то есть приложение запускается намного быстрее, шустрее и так далее. Эта версия с американского Google Store не поддерживает LTE российские, только американские. В дальнейшем, я думаю, что я смогу заказать из европейских стран Nexus по такой же цене, как и, в принципе, сейчас они продаются в группе. Ну, естественно, только не будут в евро, а не в долларах. Так, дальше. Ну, краткий обзор телефона, я думаю, не стоит делать. Единственное, что я вам скажу, что ближайшее обновление для Nexus будет, это, наверное, связано с камерой. Потому что она, ее функционал недостаточно раскрыт. И как бы фото такое же, как у меня на этом китайском телефоне. У него сейчас стоит 13 мегапикселей. Фотки примерно одинаковые. Ну, конечно, Nexus чуть побольше. И функционала не хватает в камере. Еще хотел показать вам, как зайти в меню разработчика.
после того, как вы включите телефон. Ну, чтобы перейти на новые пакетные данные. RAW, вот. Нажимаем на номер сборочки 7 раз. Но она пишет, что вы уже являетесь разработчиком. Ну, в принципе, все. То есть, что я хотел вам показать. Телефон работает шустро, без проблем. Набирает в Antutu 26000. Сейчас я вам продемонстрирую. Кажется, он на 6-м месте в Antutu стоит. Его, конечно, опережает Galaxy S4 Google Edition, но, думаю, это не столь важно. Игры летают на ура. Вот результаты. Всем спасибо, с вами был Влад с группы покупки Nexus 5 из США. Там же я буду выкладывать, как прошить этот телефон и как вам помочь в случае, если у вас какие-то будут ситуации, в которых...